Ну и, собственно говоря, прямо сейчас на этой сцене вокально-хореографическая студия «Конфетти» Арефьева Ангелина с песней «Анютины глазки». Большое дело, потому что становление профессионального певческого голоса, между прочим, это не однодневное занятие, и даже не один месяц, и не один год. Поэтому давайте пожелаем больших творческих побед. Ангелина, тебе эти аплодисменты. Спасибо большое, что сегодня пришла и порадовала нас своей замечательной вот такой вот позиционной песней. Спасибо, Ангелина. Спасибо тебе большое.